Всем приветики! Пришел мне с Алиэкспресса такой вот датчик движения. Здесь написано, что это контроллер. И самое интересное, что впервые цену правильно поставили. 2.14 я реально столько заплатил. Ну и сейчас мы его откроем. Кстати, пакет обычный чувствуется, без пупырки. Плохо. Вот он, обычный пакет, без пупырки. В нем zip-пакет лежит такой вот, а в нем сам датчик движения. Здесь какой-то номер. Дальше идет инструкция. И инструкция пользователя. От 12 до 24 вольт входит и выходит. То есть сколько пришло, столько и вышло. То есть входит, а дальше от движения зависит. Есть движение, выходит, нету, не выходит. Технические параметры, температура, входящая, выходящая, нагрузка, дистанция 8 метров. В районе 8 метров может видеть. Но я не знаю, зависит ли метры от напряжения. Кто-то писал, что на 12 вольтах там, по-моему, 3 или 4 метра было. Может, от напряжения зависит. Ну и задержка. Ну, работы датчика от 1 до 10 минут регулируемо. А дальше Direction for Use. Здесь я не понимаю немножко. Здесь тоже не понимаю. Ну а тут показывается вход плюс-минус и выход. Вот. Ну, это надо переводить. Я не особо понимаю. Вот он сам датчик. Получается, вот он датчик. Как-то здесь, кстати, кривовато. Как-то оно так неровно. Наискось. Получается, вот он корпус. Сюда входит. Как они там писали? Здесь, кстати, даже не подписано, где плюс, где минус. Это нужно именно инструкцию смотреть. То есть первое плюс, вот это минус, вот это плюс. А здесь наоборот плюс и минус. Обычно где-то подписано, а тут ничего не подписано. И она еще кривая, типа вот мы держим ровно. А вот эта штука накривь, как-то некачественно сделана. И должна еще быть где-то регулировка. А вот регулировка. И здесь тоже криво, ну вообще. И тут криво. И тут, где она там. И тут криво. Ушло туда, уехало влево. Ну, вообще, качество ужасное, конечно. Но можно проверить. Дать 12 вольт сюда. А здесь еще так откручивается. Типа, обычно ты вставляешь, начинаешь закручивать, и оно зажимает. А здесь наоборот, оно уже зажато. Ты отпускаешь, и оно откручиваешь, и оно опускается. Ты туда вставляешь провода, зажимаешь, и оно поднимается. То есть обычно наоборот. Ты типа вниз опускаешь, зажимаешь, а здесь вверх. Как-то оно по-странному здесь все сделано. Ну вот я, получается, подключил. Вот они приходят сюда, 12 вольт, минус, плюс, и выходят отсюда. Плюс и минус сюда. Изолента работает. И, кстати, здесь же нет ни стрелочки, ничего. Вот сейчас, смотря сюда, как понять, где оно стоит? Непонятно. Это я вот просто взял, получается. Вот сюда крутишь, в эту сторону. Покрутил, уперлось. Значит, оно здесь вот стоит. На десятке. Потому что оно уже дальше не идет. Значит, оно уперлось в десятку. Крутишь в обратную сторону,
Все, уперлась, дальше не идет. Значит, на единице. А как узнать, когда она на тройке, когда она на пятерке, на восьмерке, ну, типа, где, типа, стрелочка? Обычно есть такая стрелочка, ты крутишь, и, ну, типа, вот стрелочка какая-то, ты крутишь, и она поворачивается. Ну, внутри там, ты, типа, крутишь, и какая-то стрелочка поворачивается и указывает на цифру. Обычно так всегда вот она крутится и указывает на какую-то цифру. А здесь нету, ну, типа, здесь типа, называется «догадайся сам, где оно». Короче, вообще некачественная какая-то. Так-то оно работает, в принципе. Хотя еще непонятно датчик движения. Вот можно его закрыть. По идее, оно сейчас стоит на минуте. То есть задержка минута. То есть оно увидело движение. То есть получается, в датчик движения пришло питание. Датчик движения включился. Увидел движение. Включил лампу. И дальше... Лампа работает минуту, и через минуту выключается. Ну, или какой мы там интервал зададим, или 10 минут, и выключается. По идее, так оно должно работать. И, наверное, движение обновляет датчик времени. То есть, если, например, прошло, ну, если стоит на 10 минут задержка, и прошло минут 5, и опять движение появилось, то оно, наверное, сбрасывает, и опять это наляет отсчет. Во, все, работает, да, погасло. Вот минута прошла, погасло. Ну да, работает, получается. Я так думаю, что оно увидело движение, включило лампочку на минуту. Если в течение минуты движение появилось, снова счетчик на ноль сбрасывается. Опять появился, опять на ноль. И так будет гореть до тех пор, пока движение не будет минуту, я так думаю. А может и нет, может быть оно просто включает на минуту и отключается датчик движения. А через минуту оно выключится и снова датчик включится. Если будет движение, то тут же обратно датчик выключится, а лампочка включится. Хотя кто его знает, как оно работает, это надо проверять. О, движение появилось, опять загорелось. Ну, можно, кстати, проверить, но это уже нужно отдельно проверять, как оно работает. Ну, в общем, я только что на паузе проверил, да. Получается, когда есть движение, оно включает лампочку, и начинается отсчет времени. Если пока идет отсчет времени, опять появляется движение, отсчет времени сбрасывается на ноль. Я проверял, если вот... перед датчиком провести, она включает лампу и отойти от него, через минуту она гаснет. А если пока минута идет, вот через 30 секунд пройти, еще пошевелиться, то тогда уже она выключится, ну, я же засекаю, уже еще через минуту. То есть, если ты через 30 секунд походил, то плюс еще минута, то есть через минуту 30 только. То есть, она сбрасывает, все правильно. Вот. И вот на расстоянии, ну, где-то я на расстоянии 2 метра так вот ему рукой помахал, и он включил эту штуку. Самое интересное, что я подошел так к нему с рукой, так вот, ну, на расстоянии 2 метра. Он не реагирует, помахал, тогда он, типа, среагировал. То есть, когда я медленно так подошел, он не среагировал. Но когда так вот помахал, то только тогда он среагировал. На расстоянии 2 метра. Вот. Да, ну, вроде как работает, просто что он не сильно качественный. Типа, ну, вот это кривое. Он то кривое. И без стрелочки, непонятно, где, вот где оно сейчас стоит, непонятно. Плюс то, что датчик тоже как-то так срабатывает. Не моментально, а с какой-то такой задержкой. Потому что я к нему подошел, такой он не реагирует, и только когда начал махать, тогда он среагировал. Короче, ну, короче, работает, но не сильно качественно. И еще проверил, он, получается, когда я включаешь его в сеть, сразу включает лампочку. Вот я включаю в сеть, он сразу включает лампочку. И через минуту, ну или через то время, которое задано, если нет никакого движения, выключит. Хотя вот сейчас как-то и быстрее выключил. Ну, в общем, когда включаешь в сеть, он включает лампочку. И начинает отсчет времени, который задан. А нет, вот выключил. То есть он как-то ненадолго. А теперь проведем рукой. Опа, вот она моя рука. Правда, чуть повыше. И он включил. Ну, как-то странно. Получается, когда включаешь в сеть,
сразу включает лампочку, но ненадолго, буквально на сколько, секунд на 10, потом выключает ее. Но на самом деле этот датчик как-то не очень хорошо работает, не сильно он чувствительный. Я еще решил разобрать, показать вам, что делается внутри. Это вот крышка его задняя. Это верхняя крышка. Сюда вставляется сам датчик. И получается, почему-то у всех этих датчиков такая вот пластмасска. Она, видимо, так сделана, таким куполом, с такими, как бы такими. Она такая, как полупрозрачная. Видимо, через нее все проходит. Чтобы он не загрязнялся, она через нее, наверное, все проходит, все лучи. Вот. Потом, что еще? Вот он сам датчик. Кстати, он как-то грязный весь. Он, если посмотреть, он как будто бы чем-то облит. Сзади у нас вот такая просто плата. Ничего на ней так и не видно. И ничего интересного на ней. Сзади. А спереди вот так вот. Криво припаяна вот эта штука. По идее, нужно вот так смотреть. 19 sensor light. Ну и вот все, что есть на плате. И вот эта регулировка. Получается, вот здесь вот единичка. Если смотреть на корпусе. Единичка. Вот сейчас она у меня была на единичке. Получается, единичка там, куда смотрит нолик. То есть, если вы сможете увидеть через вот это отверстие вон тот нолик, то по нему и ориентироваться. Это и есть стрелочка. То есть, вот это нолик, это и есть стрелочка. Где он находится, там, то, там на той циферке оно и будет работать. Вот. Ну и сам датчик. Ну, датчик реальный. Я просто не знаю, видно вам там или нет. Он весь в какой-то грязи, как будто бы, он как будто чем-то заляпанный такой. Он должен быть чистый, а он весь такой в грязи. Я говорю, не сильно качественная сборка, но видно, вот эта штука кривая, вот это там на корпусе левее, чем, даже видно, наклонен он. Он должен стоять ровненько, правее должен быть. И тогда будет стоять ровненько по отверстию, а он наклон завален сюда влево, и поэтому и там на корпусе он немножко туда влево завален. Это тоже кривовато сюда торчит. Датчик весь залитый, может потому он и так не как-то так вот плохо реагирует. Может его протереть, он будет быстрее схватывать и дальше видеть. Я думаю, может протереть его спиртиком. Видно же в каких-то пятнах, хотя он должен быть чистый. Пятна, они же, по идее, мешают прохождению инфракрасных лучей. Короче, могу сказать, что некачественная сборка. То есть, прибор рабочий, все хорошо, но сборка вообще некачественная. Ну, делали так, тяп-ляп, побыстрее как бы. Вот. Как-то вот так видно. Как оно заляпано все, он не такие. Здесь вот какая-то грязь. Попробую сейчас протереть спиртиком. Ваточкой в спиртике. Как тут это показать? Трохи спиртиком протерли. О, теперь чистим. Окошко такое чистенькое. Посмотрим, как будет работать. Оно такое стало. Бельмени уже получше выглядит. Почище. По идее, оно, мне кажется, должно быть идеально чистое. А там тоже какие-то остались такие небольшие разводики от спирта, но не такие сильные, как были.
И, кстати, вот эту штуку можно снять, выковырять отсюда. И так вот поставить. Ну, просто оно делается, я так понимаю, для защиты, чтобы оно не засорялось. Но если вы знаете, что оно у вас не будет засоряться, где-то нибудь так вот будет стоять под углом, например. То есть не на него будет, а, ну, короче, если он будет вниз смотреть, он же не засорится, если он будет вверх смотреть, или так, то тогда можно и без этого, и по идее лучше ловить будет. Ну, в общем, собрал я. Кстати, некачественно и корпус сделан. Когда я туда плату назад ставил, она как-то болтается. Обычно плата в корпус хорошо садится, а тут она болтается, ну, так, как лодочка, так вот. Ну, то есть она должна так вот ровненько стоять, а она немножко наклоняется. И ты когда ставишь, ну, как-то непонятно, как она, типа, гуляет там. И когда зажимаешь, один болтик... Там и два болтика, левый и верхний, и нижний. Верхний хорошо зажимается, а нижний плохо. И когда зажимается, тут еще угол, ну, не дожимается. Короче, в общем, некачественная сборка. Ну, вот, я сейчас говорил. То есть, я специально подальше отодвинул. После протирания реально лучше стало работать. А именно, охват стал больше. Ну, то есть, раньше оно вот тут лежало, и я как-то вот... рядом руками махала, она не замечала. А сейчас оно аж там лежит. Я вот здесь вот, где камера, руки вообще убраны, и сам немножко двинулся, и оно среагировало. Раньше оно так не реагировало. Ну, то есть вот протер, получше стало. Я еще эту штучку побольше выдвинул. Ну, то есть, во-первых, там протер, сам датчик, во-вторых, эту штучку подальше выдвинул. И по идее, может, она как-то рассеивает лучи, типа он... Именно этот купол, он уже из таких вот делений, видно, состоит, как чешуйка. Может, они... Я протер, и, может, из-за того, что выдвинул, оно дальше стало как-то... Ну, я думаю, все в целом помогло. Это что эту штуку подальше выдвинул, то, что протер. Ну, стало, в общем, лучше. Датчик стал лучше ловить. Вот. Так что... Датчик работает, но сделан, собрано некачественно. Корпус такой весь... В общем, про что я говорил? То, что я вот собрал, получается, вот эта сторона, вот она должна зажаться, и это, ну, в общем, вот эта сторона не зажата. Потому что с этой стороны болтик есть, вот он. Он легко закрутился, легко здесь зажал. Оно вот и здесь болтиком зажало вот эту сторону, и эта сторона тоже прижалась, вон оно, нету зазора. А с этой стороны, во-первых, оно уже туго шло, плохо крутилось и не дожало, вот оно лифтит. Так еще и эта сторона, вот она не дожата. В общем, датчик, ну, в общем, прибор рабочий и вся схема рабочая, но именно сама сборка некачественная. Вот. И то, что вот весь корпус такой кривой, весь люфтит. И то, что датчик весь грязный, протирать его надо, чтобы он лучше работал, короче, не очень. Недовольная сборкой, но датчик в целом, работает датчика, ну, вроде нормально. Вот. Как-то так, но на этом все. Всем покедово.